Привет всем! Сегодня делюсь, как приходит сертификат по новой почте. Вот муж сегодня получил. Это сертификат сыну. Я вам уже писала, что мы купили. Вот смотрите, здесь написано Боковец Сергей Геннадьевич. Сертификат ему на 10 тысяч гривен. Вот он пришел. Доставка совершенно бесплатная. Сейчас открываем и смотрим. Так, вытаскиваем сертификат и смотрим. Тоже, ага, вот он приходит, смотрите, здесь еще в конверте. Так, теперь смотрим, что здесь. Вот так, вот все содержимое конверта. Так, сейчас. Так, вот квитанция. И пишет нам, что один сертификат на 10 тысяч, один сертификат на 1 тысячу. Сумма 10 тысяч. Покупка была оформлена 8 августа. Серебро, сертификат серебро, 925-я проба. Интернет-магазин B2B Джеверли. Вот такая квитанция. И вот такие сертификаты. Сертификат на 9 тысяч. И сертификат на 1000 гривен. Так, и плюс еще подарочные сертификаты, как и обещали при покупке на 9000, два сертификата по 300 гривен. Так, еще у нас в конверте осталось, смотрим, накладная, да, информация для покупателя. Вот здесь мы тоже видим, что Сергей Геннадьевич, телефон указан и сумма 10 тысяч. Вот так приходят сертификаты от компании B2B. Спасибо за внимание. Присоединяемся, кто еще не в нашей команде. Очень шикарные условия. О маркетинге и условиях сотрудничества расскажу в других видео. Пока!